Книга «Открытым оком», вопрос 2804, том 13. Что с останками царя Николая II и его семейства? Почему к ним нет паломничества? Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Церковь не признала их истинными. Эксперты почти все неверующие были. В этих заказных экспертизах часто бывают подделки. Газета «Алтайская правда», 19 августа 2005 года, страница 17. Давят на того, кто поддается. Какие черепа могли остаться, если их дробили прикладами, заливали ведрами серной кислоты? Заранее обдуманно большевики-ленинцы приготовили людей, похожих на членов царской семьи, расстреляли и зарыли так, чтобы могли найти. А истинные останки могли развеять или по реке пустить. Да и не нужно ли заботиться о том, чего нет, и тревожиться о соединившихся с прахом? Дробление мощей нужно рассматривать как дело, запрещенное самим Богом и Иеговой, и потому ненужное. Книга Бытие, 3 глава, 19 стих. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Мы обладаем тайной бытия, открыт нам смысл пустопорожней жизни, готовится у нас нажитое отнять, безглазая, костлявая царица тризны. Мы молимся и твердо в это верим, что смерти нет, есть только переход в ту сторону, туда открыты двери, туда в раскрытый зев и нас заря стряхнет. И в этом ракурсе, в единой перспективе, какими жалкими, смешными стали все, кто суетится, борется активно, став белкой на потеху в колесе. Глаза, очищенные духом благодати, читая, видят суеты тщету. У каждого с косой крадется сзади, с некрологом не все его прочтут. Советники по радио лопочат, кривляется артист за пачку денег, но вдруг авария, и собирают клочья, и в черной рамке календарь настенный. Во свете Библии с открытым зарячим оком обозреваем будущее наше, как мизерны отпущенные сроки, мгновение, миг и, может, даже меньше. Еще не замерли с трибуны голоса, взрыв обрывает нить или веревку. Успели ли допеть и дописать, когда летим с хлопком последней пробкой? Ах, обожди, Сергей! Вот ты здесь меньше даже наши, рифмуется, а ты перекинул словами, дальше меньше. С какой стати перекинул словами? Местами перекинул в эти два слова. Меньше даже. И все меняется. Во свете Библии с открытым оком... Так, устал уже. Во свете Библии с открытым зарячим оком обозреваем будущее наше. Как мизерны отпущенные сроки, мгновение, миг и, может, меньше даже. Еще не замерли с трибуны голоса, взрыв обрывает нить или веревку. Успели ли доспеть и дописать, когда летим с хлопком последней пробкой? Христос есть жизнь, неоспоримый факт, проверенный прошедшими свой путь. Осмыслен был их покаянный шаг, сумели в нужном месте повернуть. С Голгофы мир в раскрытой панораме, крест лестницы, влекущий в небеса,
Смешными кажутся трагедии и драмы, теряя голову, ревут о волосах. 11 августа 2005 года. Игнатий Лапкин.